Наталья спрашивает, а что дальше с тыквой делать? Да многие интересуются, даже не ожидал. Вот смотрите, цукаты Светлана сушит в духовке. И вторая часть у нас там в сушильном шкафу Волтера. А вот эти два тазика, которые для манго, тут великолепный получился, очень вкусный, яркий вкус, сок этот, лимоны, апельсины, лимонная кислота, сахар. До завтра. Завтра мы это по банкам. И на паровой бане, на водяной бане делала Света, полчаса после закипания держала банки и потом крышками закатывала. А в этом году хочется попробовать в этой духовке по банкам разложить и стерилизовать уже в духовке сразу. И все, на зиму запасы. Очень вкусно получается. Всем добра.